Доброго времени суток, уважаемые мои братья и сестры. Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем наслаждаться сногсшибательной игрой под названием Isle. Играю я пока на сервере Азура 1, если кому интересно, и нам с нашей бандой удалось найти невероятно крутое место, где обитает огромное количество динозавров, и при всем при этом они являются дружелюбными. Конечно, бывает, покой нарушают какие-нибудь странные ребята, в основном галимимусы или карнотавры, и мне нравится эта идиллия. И даже заглядывают к нам вот такие, блин, не видно, гиганты-пуэртозавры. Это просто безумие. Никогда в обычной игре я ничего подобного не встречал. Насколько же он эпичен. Какой красавец, какой гигант. Блин, находясь рядом с ним, и мне вообще ничего не страшно. Ну и, разумеется, здесь есть куча добрых ребят, таких как Пахизавр. Пахизавр? Пахисевавзавр? Ну вы поняли, о ком идет речь. Зухамимы здесь есть, терирозавры, теризозавры. В общем, с произношением у меня все плохо. Гигантозавр вон стоит. Также есть шантуганозавр. По-моему, это вот этот парень. Стопудово буквы я путаю, но смысл тем, кто знает, разбирается, понятен. А в воде сидит, кто бы вы думали? Я вообще не знаю, кто это в воде сидит. Ты что за малыш? Это кто такой? Это Зухамим, наверное. А это Зухамим тоже, скорее всего, раненые. Или вообще мертвые. Такое тоже вполне может быть. Ну и разумеется, мы нарожали кучу маленьких милых детишек. А где они? А где? Вон, Ника, вы его знаете. Знаете вы Диму, он тоже играет с нами. И Death Gripper тоже здесь, друзья. Вы помните его из видеороликов по тиранозаврам? Передавайте привет. Так, Кефирчик что-то нашел там вкусное. И это еда. Несмотря... Так, стоп, что там происходит? Несмотря на то, что здесь как бы идиллия, но все равно жертвы, как я уже говорил, повторяюсь, бывают. Это помогает находить пропитание. И можно вкусно кушать. У меня, между прочим, аллозавр. Возможно, вы спросите, а где мой дилофазавр, за которого мы играли вот буквально вчера, позавчера. Друзья, ролики про него еще есть. Просто захотелось поиграть за аллозавра и найти вот эту идиллию. Блин, это супер крутое место. Как же здесь восхитительно. Оу, паразаврит. Паразавр бегает. И, по-моему, он агрессивен. Он сошел с ума, он нападает или нет? Так, если это так, я бы с ним сразился. Аллозавр у меня... Что вы делаете? Что это за безобразие? А нет, все нормально. Это еще один аллозавр, гигантозавр. Так, он что-то рыпается. Что ты дергаешься? А вон терезизавр... Блин, что со мной? Терезизавр? Или терезизавр? Короче, я называю его Динопетух. Потому что он с перьями, у него большие когти, и он похож на петуха. А это диноутка. Шантуганозавр. У этого... Вот еще один терирозавр. Блин, он меня просто бывало убивал. Я играл за карнотавра, спрятался в кустах, тут выбегает этот петушара. И своими когтями меня разрывает клочья. Он очень большой, не знаю, зачем травоядному настолько большие когти, но зато он охраняет очень мило наших малышей. Петух-охранник. Это милота, друзья. Да, здесь все объединяются. Классное озеро. Блин, ну, конечно, все впечатлены приходом вот этого товарища. Если мы его съедим, действительно будет пир на весь мир. Его убивают? Его что, убивают? Не надо его убивать. Это самый большой и самый мощный динозавр в игре. Эй, вы его пошатали, что ли? Эй, зачем вы шатаете пуэртозавра-то? Видимо, он сказал убить себя. Блин, а кто же нас будет охранять? Ну, смотрите, сколько людей его жрут. И ему плевать, он просто стоит. Дэмэдж вообще не проходит. Гигантозавр пытается что-то сделать, как-то из-под тишка укусить его за сухожилие, но результата... Никакого, просто никакого. Он оборачивается и смотрит, думает, о, это же все мелочь, комарики. Так оно и есть. Оу! Упал прямо на меня. Блин, но зато... он, видимо, принес еды для всех. Для этого, скорее всего, это было нужно. Что ж, добрый админ. Действительно, очень-очень-очень добрый админ.
фантастика. Хе-хе, ну еды хватит надолго. Хотя я уже наелся, блин. Кровь разлилась, мясо стоит, простаивается, дразнит меня, но покушать я его не могу. А где наши малыши? Вон Ника, вон Канеки Кен. И Янгер тоже здесь. Дима до сих пор до нас не может добраться. Не знаю почему. И я бы, наверное, прогулялся вокруг озера и посмотрел, что здесь еще вообще есть. Может, даже с кем-нибудь бы сразился. Смотрите, там какой-то маленький засранец бежит, и он что-то задумывает. Это кто такой? А, это петухозавр. У них там гнездо? Пойду-ка я с ними пообщаюсь, поздороваюсь, подружусь, возможно. Надеюсь, агриться на меня они не станут. Кстати, размер у меня 93%. Еще буквально вот чуть-чуточку, пару минут, пару десятков минут, и я стану большим. Я стану супер большим. Привет, да не бойся. Ну, я ж не буду нападать на тебя, ты же меня победишь. Смотрите, у него этот коготь мог проткнуть бы меня насквозь. Разумеется, в здравом уме я бы не стал нападать на него никогда. Я бы просто с ним посидел. Интересно, как он будет реагировать. Чувак, я просто сяду рядом. Не нападай на меня, ну. Садись на гнездо, я хочу тебя порассматривать. Я могу даже, наверное, в гнездо... Я не могу в гнездо положить еды, потому что я хищник. Черт побери, а он же ест траву. Или листья, или что он там ест. Ягоды, может быть. Ладно, я ухожу. Было бы сейчас грубо напасть на него со спины, да? Хочу послушать, как он разговаривает, но почему-то никаких звуков издавать он не собирается. Ну скажи что-нибудь, чувак. Брат! Брат, ты чего? Петухозавр, видимо, из-за того, что я издал злой крик, он на меня напал. Да я не хотел, я случайно, чел. Да я не хочу, я просто друг твой. Извини. Вот, зато я услышал, как он разговаривает. Мне стыдно. Да отцепись ты от меня. Все, я понял. Ты мне не рад. Кто это утонул? Кто-то утонул. Какой-то маленький масюсенький малышочек утонул. О, Шанту идет. Может быть, он мстит за меня? Кто же это пошел ко дну? А, он не утонул, он решил искупаться, черт побери. Я ж думал, произошло странное. Такс. Чё-то там. Движ какой-то, это наш Шанту. Не боись. Он хочет на меня напасть? Не бойся. Эй, чё ты, блин, агришься-то? Он напал на аллозавра! Он напал на аллозавра? Шанту, дай-ка ему по мордасам за этот, за эту выходку. Все, спокойной жизни ему здесь не будет. Ребята недовольны. Ребята злые, я готов нападать в случае чего. Ха! Пахизавр еще к нам пришел. Буду называть его просто Пахи. Хе-хе-хе-хе, чувак нервничает. Нервничает. Ты че за мной бегаешь? Ты мой корешок, что ли? Ха-ха-ха-ха. Корефа Андрей! Или он хочет напасть на меня в случае чего? Что происходит? Что это такое? Прогнали бедного петуха к тому же. Динозмея! Это весело, ладно. Погнали отсюда, погнали к нашим ребятам. Динозмея — это здорово, но, блин, петуха жалко. Он сам виноват, он заагрился. Все переплыли, чтобы отстоять честь диносов. Этой большой и очень дружной семьи. Травоядных и хищников вместе. Вон чувака хотят еще в гнездо добавить, но у меня яйцо пока не высижено. Я занимаюсь беготней, разговариваю вон с динозаврами, пытаюсь подружиться. Гигантус, с
скажи что-нибудь. Мы с тобой, кстати, очень похожи. Ты заметил? У нас одинаковые практически пластины на голове, блин, не видно. Во, рожки. Ну, похожи ведь, похожи. Они даже у меня немного желтые. Чуть-чуть желтые. Ладно. Не рад. Я хочу просто, чтобы он что-то сказал. Я не могу это оставить просто так. Ой, что такое? Похоже на крокодила. А, это Тирекс маленький. Это кто такой? Это, видимо, Геррера, да? Геррера? Ну, наверное, Геррера. А может быть и не Геррера. Понятия не имею. Мне очень нравятся зухи. Зухомимы. Особенно раскраска у них порой, ну, прям действительно приятнейшая. Так, сладенько, пробегусь я в округе. Поищу добычу. Вон, смотрите, кто-то крадется. Может, стоит с ним... похож на... раптора. И он, видимо, унюхал меня и не хочет со мной связываться, да? Он удрал. Ну какой шустрый. Чик-чик-чик-чик. Прыг-скок. Вот он был, а вот его уже нету. Ладно, стоит немного отдохнуть. Энергия заканчивается. И какая скорость у аллозавра максимальная? 34 км в час. Что ж, вполне себе неплохая. Не карнозавр, конечно, с его 52 километрами. Но 34 тоже достойная. Зато у меня укус мощнее. И, по идее, хпшечки побольше. Чё все ребята посели на моем гнезде? Я не знаю. Сколько здесь, блин, динозавров. Офигеть. Вот это сборище. Ну, петуха, блин. Кто-то там землю пытается есть на... Дину, может быть, с дна собирает. Купаются. Блин, Пуэрто, по Пуэрто скучаю. Он, конечно, добавлял эпика во всю эту картину. Ой, добавлял эпика. А сейчас его нет. Даже как-то не по себе. Он защищал нас. А кто защищать теперь будет? Явно не я. Так, сколько там у меня энергии? Чё-то я туплю. Почти полная. Еще немного посидим и пробежимся. Может быть, найду... Вон там бегает этот раптор, все еще носится. Присел, смотрите, вдали. Видите вы или нет, я не знаю, но я вижу. Вон прям по центру экрана. За дергающимся деревом. Что-то задумал он. А вдруг он окажется мирным, и на меня обозлятся братья-динозавры и решат мне отомстить и загрызут меня. Я не знаю, как можно будет перед ними извиниться. Не знаю. Кстати, когда я только это место нашел, я прибежал сюда очень голодным, практически был при смерти. И начал писать в чат: пожалуйста, помогите мне, накормите меня. И прикиньте, один из просто левых динозавров откликнулся. Опаньки, карнотавр. Откликнулся и отвел меня к пище. А карнотавры злые, их тут никто не любит, они постоянно потому что нападают. Во, сразу мобилизовалась банда. Прогоняем карнотавров. Ха-ха-ха-ха, он уже запаниковал. Давай, чел, убегай. Прогнали карнотавра. Александр Александрович на страже. На страже закона. На страже гнезда и маленьких динозавров. Во, все кричат на него. Просто они себя так зарекомендовали на этом сервере. Реально. Сколько было от них проблем, боли, постоянные нападения, постоянные какие-то ругани, беготни, убийства детенышей. Здесь было гораздо больше, Дина. Но многие из них ушли, потому что совершались регулярные набеги карнотавров и галимимусов. Кто бы мог подумать. Что, кефир? Сан, кефир, что? Что случилось? А у меня яйца еще нету. Сейчас попробую посмотреть. Если гнездо есть, ну как бы яичко мое высиделось. Сейчас кинем Виталича, окей, текс. Чё, я туплю.
Ну, и он родится. Виталича до сих пор нету. Видать, он не хочет принимать приглашение. Ну и ладно, у меня останется яйцо. Если вдруг кто из наших бандитов умрет, всегда будет возможность вернуть с помощью яйца. Так что переживать по этому поводу не стоит. Вообще не стоит. Ну и, друзья, думаю, на этом пока мы остановимся. Продолжим в следующий раз. Вот такой вот рай динозавров. Мне он очень нравится. Дальше, надеюсь, будет происходить что-то веселое. С вами был Перпетум, или же Александр, вы это знаете. До новых встреч, всем удачи, пока!